Привет, друзья, ребята. Дополнительное видео. Как разобрать Керхер DS6-3.0, либо желтый такой же есть 5800. Ну, вы поняли, они одинаковые. Рассказываю. Вот эта крышечка. Сначала она держится здесь на двух винтах. Все разбирается на 15-м торксе, то есть на 15-й звездочке. Т15, ну не видно, вот видно. Вот все везде такие саморезы тут, везде. Сначала откручиваем два самореза, снимаем крышку, убираем. Естественно, эту крышку достаем, здесь ведро. Здесь такая сеточка будет, убираем ее. Так, чтобы нам добраться до болтика, который расположен вот здесь, под кнопкой. Кнопка снимается очень легко. Достаточно ее с этой стороны поддеть. Раз с этой и с этой. Сейчас покажу вам, как там механизм. Видите, просто в пазике вставляется. Просто в пазике вставляется сюда. Вот сама кнопка. Тут два вала как будто бы. И пружиночка сюда вставляется. Потом, чтобы ее надеть, просто вставили и легким нажатием руки или ноги там, или лопаты, все оно встает на место. Кнопочка фиксируется, и вот мы имеем доступ к этому болтику. Откручивается все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь болтиков. А, и восьмой там внутри. Я вам говорил уже. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 болтиков. Светло вам. Ну, там внизу, левее, которые отверстия. Также такой же длинной штучкой можно вот нарастить. Вот так, как у меня. Она туда доходит. Вот такая длина. Все достается. Длина у всех болтиков одинаковая, так что не перепутайте. Кнопка здесь стоит, вот так вот ее в сторону чик с фиксатора снимаем и поднимаем крышечку. Сняли. Тут тоже все да нельзя просто. Вот кому надо схема, смотрите схему. Вот кнопка. Кнопка. Давайте подсвечу чуть-чуть эту. Вот так вот. Кнопка. Эти провода не оригинальные, это, видать, бывший владелец что-то тут менял, паял. Вот эта штука. Не знаю, что это. Вот схема, короче, смотрите. Ну, также два провода на двигатель, два на катушку. Чтобы снять отсек двигательный, откручиваем. Раз, два, три и четыре. Вот здесь все. Это аккуратно поднимается. Сейчас поднимать не буду, я просто только что там был. Вытаскиваем. И здесь, чтобы вот эту крышку разъединить, до мотора добраться, там вот фиксатор. Вот фиксатор. Вот он. Вот он. И с этой стороны вот он. Все. И крышечка откручается. И там... Двигатель, собственно. Там две резиновые прокладки, там не аккуратненько, чтобы не забыть, как что там стоит. Эта штука вытаскивается. Когда поднимете эту корпус, вот эта штука тоже вытаскивается. Она там на двух пазиках сидит, ее вытаскиваете. И она вместе с этим проводом так вот действует. Ну все, вот такой простой разборка. Все сажается аккуратно, не перепутать. Тут сложно что-то перепутать. И сборка в обратном порядке. Все, теперь вы все знаете. Вот эту крышечку будете снимать, которая здесь, она очень хрупкая у нее. Давайте покажу. Хрупкие у нее вот эти вот. Ну, вот эти хрупкие держатели. Так что аккуратненько тоже
отщелкивается все легко, в принципе. И аккуратненько убираем. Все. Все, всем спасибо. Такое коротенькое вот видео. Всем пока.